«Сделай правильный выбор» – девятилетний социальный проект, направленный на популяризацию и развитие спорта среди школьников, формирование полезного досуга летом и снижение подростковой преступности. В 2018-м ребята из 13 учреждений образования принимали участие в спартакиаде на протяжении всего летнего периода. Планы на 10-й юбилейный сезон серьезные. Мы уделим более пристальное внимание детям таких сложных категорий с непростыми судьбами, тем, чьи семьи признаны находящимися в социально опасном положении, либо тех, с кем инспекция по делам несовершеннолетних проводит индивидуальную профилактическую работу. Потому что наша задача, чтобы детство было благополучным, радостным, и в ряде случаев для этого нужна слаженная работа всех субъектов профилактики и работа не только с детьми, но и с родителями. Поэтому, конечно, этой традиции жить. Кроме хорошего времяпрепровождения, в каникулярный период ребятам представляется возможность выбрать свое спортивное направление. Плавание, пулевая стрельба, пожарно-спасательный спорт, настольный теннис, шахматы, мини-футбол, национальные игры. Количество видов соревнований и участников, а их, к слову, в этом сезоне более 400, делают спартакиаду единственной в своем роде во всей Брестской области. Данное мероприятие участвовало в конкурсе социальных проектов в областном конкурсе и заняло второе место, данный социальный проект. Хочется отметить, что количество детей, участников в этой спартакиаде с каждым годом увеличивается. Мероприятие помогает, наверное, детям вырасти здоровыми. И то есть есть такие дети, которые курят, пьют, и в их возрасте это ненормально. А здоровый образ жизни – это самый лучший образ жизни. Цель ежегодного спортивного поединка – вовсе не выбор сильнейшего. Главное – организовать интересный досуг молодежи. И с этой миссией инициаторы проекта справляются на отлично. Помогают им в этом бессменные спонсоры – предприятия «Берестейский пекарь» и «Брестское мороженое», вкусная и полезная продукция которых является хорошим поощрением после каждого жаркого поединка. Чтобы дети были здоровы, были счастливы. Ну, а спорт мы всегда поддерживаем, потому что спорт – это движение вперед, это становление характера. Приобщение детей к спорту – это очень важно. Это движение здоровой нации. Виктория Саченко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».